Так, сообщение от малыша Джейкова. Здорово, красавчик, да ты просто ас. Как-нибудь прошвырнемся с тобой на остров опять? Про какой остров он говорит? Я не понимаю. Так, давайте возьмем машину, что ли. Или опять на такси. Можно опять на такси. Такси! Такси! Вот так вот. Подожди. Подожди, подожди, не садись, Ника. Там был голубь. Которых можно всех убить и получить какой-то бонус. Кстати говоря, не знаю какой, я за этим не гнался. Но это каким же надо быть упоротым, чтобы 200 голубей найти и всех убить. Ну что, Рэйбочина, на этот раз что ты нам предложишь? Снова делишки с бриллиантами? And listen, tell Jimmy I said hello. Okay. I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? You and me? Yeah. I got two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies rip this bolt off. Hey, hey! I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him, go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Эх, парни, 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 парни. Я же сомневался, что им можно оставлять товар. Вот так и получилось. Ну что, мы в одежде мусорщика. Ох ты, машинка какая, а. Castle Garden City. Без проблем. Тут совсем рядом. Сейчас навестим и убьем предателя Рэйбочина. Он предал мафию, получается, ведь так? Лука, Лука, Лука. Лука, I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nicky. I gave every one of those diamonds to Ray. Now we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Отлично. Ой, зря вы это затеяли, ребята. Да сколько вас стрелять-то можно, ну? Черт, они сейчас взорвутся вместе с бриллиантами. Да. Неправильно я поступил. Заново. Заново. А что нужно было сделать-то? Просто гнать за ними? Возможно. Блин. Но машину точно нельзя было взрывать. Ладно, попробуем его как-нибудь заблокировать. Вытащить из машины. Догоните бандитов Луки. Лука нужен вам живым, иначе вам не получить бриллиантов. Ага, замечательно. По шинам мы постреляем. Попал ведь вроде, нет? Сейчас точно попал. Ну их догнать-то легко на этой машине, но что дальше-то делать с ними? Я понятия не имею. Красавцы какие, а? Но уйти они не могут. Лука справа вроде как сидел. Надо водителя убить, мне кажется, просто. Возможно, это будет действительно правильным решением. Сзади я его не смогу убить, поэтому нужно действительно их догнать, попытаться. Ох ты, по встречке погнали. Ай-яй-яй, ну ничего страшного. Мы их не теряем из виду. Ну куда вы?
Ну да, вы побежали. Так, это точно не Лука? Оу-оу-оу! Ты-то чё тут? Забыл. Ты ведь тоже не Лука, я надеюсь. Куда они стреляют, я не понимаю. Полицейский! Так, полицейский нам помог, отлично. А Лука? Эй, Лука, Лука. Прячется в туалете. Сказали замочить его в сортире, да? Здравствуйте. Я не понимаю, где он? А, еще же тут еще одна сторона, да? Ладно. Пачка сигарет вон там. Бриллианты у нас. Да, они взорвались в машине вместе с бриллиантами, поэтому миссия была провалена. I took out Lucas' crew, and I got your diamonds. What do you mean you took them out? I just wanted you to get the ice back. I didn't say nothing to you about killing those boys. Whatever, they're dead, and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. Будешь ждать на мосту? Интересно. Мы сможем отсюда выехать вообще? По идее, сможем. Здравствуйте, господин полицейский. Оу! Да Ника, быстрее. Сейчас рванет. Блин. Не захотел останавливаться, падла. Выходи. Ай, полиция. А, ничего страшного. Без проблем скроемся. Мы от пятого уровня скрывались, а тут первый. Ну что нам? Ай-яй-яй. А тут первый нас опять заметили. Замечательно просто. Так, сначала нужно избавиться от полиции. Потом только ехать к краю. Навстречу. С бриллиантами. Ну давай, пропадай. Все, разворачиваемся и быстро-быстро-быстро-быстро к краю. Бриллиант у нас, но не ждет ли нас расправа? Посмотрим. Нет, сейчас все нормально. 9,5 штук нам отвалили за эту работу. Можно снова к краю ехать, кстати. Я думаю, так и сделаем. Такси! Ника, ну свистни, ну. Пробка нам помогла. Вали отсюда. Как всегда, лучшая парковка. Рэй Бачино. Museum Peace. Yeah, baby, I'll be there in a little bit. All right, listen, why don't you wear that pink thing, huh? Yeah, yeah, the pink thing with the little feathers on the, yeah. I gotta go. Nico, come on in. Okay. Where the fuck have you been? Что опять? I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with $2 million worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean, I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? I need you to offload this ice for me. So what you going to do for me? What do you mean, what am I going to do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough.
I want your word that you'll find it. Hey, I said I'll look after you. You know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Oh, whoa, whoa. Are you fucking kidding me? No! I keep doing these favors for you, and you pay shit. I need this from you. A guarantee that you will find this man. I know he's in the city. So either you give me your word or go fuck yourself. I'm sick of this shit. Fine. Fine, you got it. You want my word? You got my word. Good. Who is he? Florian Kravitz. Florian fucking Kravitz? That's right! Okay. Okay. You have my word. In the meantime, head over to the Libertonia. They're gonna meet that guy named Johnny, and the two of you are gonna exchange the diamonds with a guy named Isaac. Then, you give Johnny half the money, the rest you bring back to me. What's he doing there? He's waiting to get paid. It'll be good. Keep things on a level. People always behave better with company. Sure. Much better getting shot by two guys than one. Is this the merchandise? No, it's my lunch. Funny. Ну вот и еще один выход у нас на человечка, которого разыскивает. Блин, я не хотел. Я так не хотел делать. Ладно, проедемся. Выходи, детка. Проедемся до того места, куда нам нужно. На сделку по этим бриллиантам. И Ника стал ершистым парнем. И теперь работодатели. С работодателями начал ставить свои условия. Ну и правильно, сколько можно уже. Денег уже и так дофигища, я думаю. Теперь нужно выполнить. Нужно достичь той цели, которой Ника и стремился. Из-за которой поехал сюда. Отправился в Соединенные Штаты. К двоюродному брату. Чтобы найти того самого Флориана Кравица. Кто же это? Наверняка, может быть, мы его уже и видели, и знаем. Кто знает? Знаем, кто знает. Немножечко тавтологии не помешает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Эти башни, вон три башни. Ох, полиция, что-то не показалось, что я сейчас в них еду. Но только лишь показалось. Где этот чувак нас ждет, а? Ох, тут машинки-то, а? Три машины такие. Вон он. А, мы на такси обычном, да? Блин, все, надо этот мусорный костюм убрать. Чертям. Мне почему-то казалось по памяти, что еще одна миссия будет в нем. О, это ж... Это ж... Из байкеров. Whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Так. Oh, rest of the two motherfuckers wanna die? Кто это? Stupid, okay? Кто такой вообще? Выберитесь из музея. Не, я-то выберусь. Бриллианты-то где? Остались. Ё-моё. Кто это? Я не понимаю. Покажитесь. Молодец. Этого я не достану. Оу-оу-оу! Да кто сзади? Окей. Живой, а? Ладно. Да нафига мне здоровье, мне бы... Брони лучше. Так, вот здесь выход. Fucking down.
Как же я тебя не заметил-то сразу, а? По-моему, я убил сейчас обычного человека, да? Так. Мне нужно здоровье взять тогда. Где тут оно было? Где-то здесь же было здоровье, эй! Твою мать! Они снова наверху появились, что ли? Вот здоровье, да. Все, пошли вниз. Кто такие-то, а? Меня не оставляет желание спросить это. Только у кого спрашивать, кто же мне ответит? Броня! Так. Лови! А, не докинул. Ладно. С пистолета, я думаю, с пистолетом справились бы, но я не хочу рисковать. Так, кто там у нас? Па-па-па-па-пам. Ой-ой-ой. Все разрушается. Музей весь раз... Хреначили. Да кто стреляет-то? Все, короче, выходим. Просто, Ника, просто выходим. А, это еще не выход. Конечно, нет. Жив еще. Быстро, быстро, быстро. Сзади могут подойти. А, это те ребята, которые здесь сидели, да? Оторваться от ребят. Это не проблема, на самом деле. Все. Сейчас оторвемся, водители всех убили. Невозможная троица достижение. Ну и куда теперь? Снова к Рэю? А, звоним Рэю. Да. А, все дело байкера. Окей. Ладно. Сначала за броней, за оружием. Потом к Рэю. Опять. Посмотрим, как будет развиваться вся эта ситуация, вся эта история, потому что явно неспроста на нас напали. Кто-то был осведомлен об этой сделке. И кто-то хотел все присвоить себе, и деньги, и бриллианты. Похоже, что так. Возможно, действительно байкеры. Я... Там же написано было... Оп, кто-то звонит. Паки. Не-не-не-не-не. Не страшно. С этим ирландцем я не хочу дружить. С бешеным просто. Так, мы на месте, да, получается? Да. Блин, весь кровиника. Надо бы переодеться, все-таки домой заехать, наверное, как-нибудь все-таки. А то... Ходим в этой одежке, блин, работника. Так... Гранаты. Возьму у тебя. Броню. Восстановим. Ну и вот это вот оружие. И также УЗИ. ПП. Микро. Все-все-все, Нико. Да-да-да. Окей. Машина у меня там. Рэй Бачино. Что будем делать теперь, а? Оу. Мог иди задавить сейчас. Идет, не смотрит по сторонам. Что сказал? Ладно. Таксист все-таки зарабатывает на этой машине. Можно и поругаться. Можно ему и простить эту ругань. Shoot his guys
telling you, the guy's good. You check them out? Hey, here he is right here. Phil Nico. Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million? Yeah. You gonna pop paperwork? No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up and he ain't gone stage yet. Very funny, ha-ha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Bauxite and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell them about things they're working on. I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure. You're sure, Phil. You of all people. Now, what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're yeah, okay. Вот это круто. Разобраться с байкерами, с этими бешеными придурками. Пропащими, да-да-да. Именно за них будем играть в дополнении же. Ну что ж, Ника, ты готов к этому? Возможно, придется тоже на мотоцикле что-нибудь делать. Возможно, нет. Я не помню этой миссии, вообще не помню. Так что сейчас будем смотреть. Эта серия будет посвящена полностью Рэю. Все задания у него берем. И больше ни на что не отвлекаемся. Ну, еще Джерри ведь, МакКрири, да? Или еще Дерек, по-моему. Все братцы мне хотят что-то сказать, что-то наказать, сделать. Я не знаю, что. Я вообще не помню. Вот с этого момента игру очень плохо помню. Так что наверняка вспомню, когда уже начну миссию проходить, допустим. Но вот это я вспомнил только вот по ходу ее выполнения вот в музее. Так. Байкеры, да? Ну что, байкеры, пропащие, допрыгались? О, вот они. You took something that belonged to my employers. Shit, that's the cocksucker that Johnny ripped off of the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! Just great, fantastic. Да. Я же сказал, придется их преследовать. Какого хрена я же... Я же их догнал почти. И расстрелял уже. Сколько пуль садил у них? Какого хрена они? Жирные такие. Так, лысый. Вот и поехал. По тоннелю метро. Ника, 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 давай. Эй! Вы видели этот баг, да, сейчас? Мотоцикл без человека ехал. Хорош уже! Да сколько можно? Его, видимо, не убить просто, да? Просто нужно гнать за ним. Воу-воу-воу-воу. Ну что ж, гнать так гнать. Гнать так гнать. У него железная спина, видимо. Да, бесполезно стрелять. Не буду больше патроны тратить. Зачем мне сесть на поезд? Зачем мне садиться? Ника, Ника, Ника. Чего себе приземленница. Ого. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there though. The other guys are meant to be taking care of him. Don't worry about it, Nicky. Можно снова ехать к Рэю, но я думаю, домой отправимся. Наконец переоденемся. Брюси. Ника, мы что-то давно не развлекались, самцы давно не выходили на охоту, и сучки расслабились. Позвоним с тобой, Лита, да. Не до тебя, Брюси, не до тебя. Ника сейчас как никогда близок к цели,
которую он сам себе поставил в этом городе, поэтому отступаться и развлекаться не время сейчас. Дома отоспимся, переоденемся, все будет замечательно. Он байкер, конечно, был крут. Так, Рэй звонит. Оп-оп-оп, так. Ну что ж, если так, то замечательно. А куда все метки пропали? Подождите-ка. Роману звонит. Hey, Roman, can you do me a favor? Anything for your cousin. Just save it. You want the women? I met him. He's not dead. I'm coming to collect you from the apartment. Wait for me there. Вот, блин. В какой он квартире? А, в этой. Отлично. Значит, нам. Значит, нам по пути. Но надо же вылечиться, ё-моё. Ладно, значит, надо съесть хот-дог какой-нибудь по пути. Которых не видать что-то, продавцов, ларьков этих. Иногда их очень много, а иногда их нет вообще. Вон Роман. Подожди, Рома. Да, я покушаю, а? О, вижу. А, или это? Это что там? Хот-дог, да? Давай пойдем, Ника, восстановим силы. Свежее, свежее, свежее мясо. Ладно. Продолжим, ребят, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем привет, с вами развлекательный канал SNG. Меня зовут Александр, и мы продолжаем проходить GTA 4. И у меня снова садится голос, а Ника у нас в одежде мусорщика. Так, сообщение от малыша Джейкоба. Здорово, красавчик, да ты просто ас, как-нибудь прошвырнемся с тобой на остров опять? Про какой остров он говорит, я не понимаю. Так, давайте возьмем машину, что ли. Или опять на такси. Можно опять на такси. Такси! Такси! Вот так вот, подожди. Подожди, не садись, Ника. Там был голубь. Которых можно всех убить и получить какой-то бонус. Кстати говоря, не знаю какой, я за этим не гнался. Но это каким же надо быть упоротым, чтобы 200 голубей найти и всех убить. Ну что, Рэй Бочина, на этот раз что ты нам предложишь? Снова делишки с бриллиантами? I didn't mean nothing by it. Hey, take it easy. Oh, Phil, take it easy. Hey, listen, tell Jimmy I said hello. Okay. I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? You and me? Yeah. I got two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies rip this bolt off. Hey, hey! I left him with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him, go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Эх, парни. Я же сомневался, что им можно оставлять товар. Вот так и получилось. Ну что, мы в одежде мусорщика. Ох ты, машинка какая, а. Castle Garden City. Без проблем. Тут совсем рядом. Сейчас навестим и убьем предателя Рэя Бочина. Он предал мафию, получается, ведь так? Лука. Лука, I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nicky. I gave every one of those diamonds to Ray. Now, we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick! Who says it weren't you that made off with him? That's what I'm telling Ray! The game's up, boys! We're out of here!
Отлично просто. Ой, зря вы это затеяли, ребята. Да сколько вас стрелять-то можно, ну? Черт, они сейчас взорвутся вместе с бриллиантами. Да. Неправильно я поступил. Заново. А что нужно было сделать-то? Просто гнать за ними? Возможно. Блин. Но машину точно нельзя было взрывать. Ладно, попробуем его как-нибудь заблокировать. Вытащить из машины. Догоните бандита Плуки. Лука нужен вам живым, иначе вам не получить бриллиантов. Ага, замечательно. По шинам мы постреляем. Попал ведь вроде, нет? Сейчас точно попал. Ну их догнать-то легко на этой машине, но что дальше, что делать с ними? Я понятия не имею. Красавцы какие, а? Но уйти они не могут. Лука справа вроде как сидел. Надо водителя убить, мне кажется, просто. Возможно, это будет действительно правильным решением. Сзади я его не смогу убить, поэтому нужно действительно их догнать, попытаться. Ох ты, по встречке погнали. Ай-яй-яй, ну ничего страшного. Мы их не теряем из виду. Ну куда вы? Куда вы побежали? Так, это точно не Лука. Оу-оу-оу! Ты-то чё тут? Забыл. Ты ведь тоже не Лука, я надеюсь. Куда они стреляют, я не понимаю. Полицейский! Так, полицейский нам помог, отлично. А Лука? Эй, Лука. Прячется в туалете. Сказали замочить его в сортире, да? Здравствуйте. Я не понимаю, где он? А, еще же тут еще одна сторона, да? Ладно. Пачка сигарет вон там. Бриллианты у нас. Да, они взорвались в машине вместе с бриллиантами, поэтому миссия была провалена. I took out Lucas' crew, and I got your diamonds. What do you mean you took them out? I just wanted you to get the ice back. I didn't say nothing to you about killing those boys. Whatever. They're dead, and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. You really want to shoot me again? Будешь ждать на мосту? Интересно. Мы сможем отсюда выехать вообще? По идее, сможем. Здравствуйте, господин полицейский. Оу! Да Ника, быстрее. Сейчас рванет. Блин.
Не захотел останавливаться, падла. Выходи. Ай, полиция. А, ничего страшного. Без проблем скроемся. Мы от пятого уровня скрывались, а тут первый. Ну что нам? Ай-яй-яй. А тут первый нас опять заметили. Замечательно просто. Так, сначала нужно избавиться от полиции. Потом только ехать к краю навстречу. С бриллиантами. Ну давай, пропадай. Все, разворачиваемся и быстро к краю. Бриллианты у нас, но не ждет ли нас расправа? Посмотрим. Нет, сейчас все нормально. 9,5 штук нам отвалили за эту работу. Можно снова к краю ехать, кстати. Я думаю, так и сделаем. Такси! Ника, ну свистни, ну. Пробка нам помогла. Вали отсюда. Как всегда, лучшая парковка. Рэй Бачино. Museum Peace. Yeah, baby, I'll be there in a little bit. All right, listen, why don't you wear that pink thing, huh? Yeah, the pink thing with the little feathers on the, Yeah. I gotta go. Nico, come on in. Okay. Where the fuck have you been? Что опять? I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with $2 million worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean, I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? I need you to offload this ice for me. So what you going to do for me? What do you mean, what am I going to do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough. I want your word that you'll find it. Hey, I said I'll look after you. You know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Oh, whoa. Are you fucking kidding me? No! I keep doing these favors for you, and you pay shit. Well, I need this from you. A guarantee that you will find this man.